Чернобыльская, 13А. 16-этажный панельный дом, построенный в 1981 году. Окрестности зеленые и тенистые. Придомовая территория чистая. Высажены палисадники. В удовлетворительном состоянии вход в парадное. Установлен пандус. Есть консьерж. У дома небольшая детская площадка и места для парковки автомобилей. Неподалеку несколько супермаркетов. Школа. Детский сад. На примерно одинаковом расстоянии станции метро Житомирская и Академгородок. Ближайшую зону отдыха составляют сквер имени Феодоры Пушиной и Святошинское озеро с пляжем. Общее состояние дома удовлетворительное.